Установлено, что трое подозреваемых сотрудников фирмы, выполнявшие капитальный и подземный ремонт скважин, используя свое должностное положение, совершили хищение дизельного топлива, принадлежащего организации. По материалам сотрудников УЭППК, ГУ, МВД России по Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении группы должностных лиц нефтедобывающей организации, которые совершили хищение веренного топлива. Всего ими было похищено более 88 тысяч литров дизельного топлива на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Огромные необъятные канистры с дизельным топливом просто так стояли посреди импровизированной заправки. А рядом находились жилые помещения, шиномонтаж и сварка. Никто из фигурантов даже не задумался об элементарных правилах безопасности. Мужчины продавали ворованное топливо в два раза дешевле, чем на официальных саратовских заправочных станциях. Что здесь делали? Солярку продал. Продали солярку? Да. Почем? 25. 25 рублей за литр? Да. Сколько? 140 литров. 140 литров слили? В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Задержанным может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Денис Желтов. Вести, дежурная часть, Саратов.